Всем привет, друзья! С вами полковник Кастрюля и мой чокнутый двоюродный брат. А мутить мы с тобой будем выживание. И, собственно, заходи. А, левая сторона моя, правая твоя. Так, стоп, право. Так, подожди, право там. Все, я свою забрал. Ага, сейчас, подожди, подожди. Так. Я так, быстро так, это так, делать так, не умею, потому что что-то как-то это. Слушай, как-то это, полковник что-то... Кастрюля нифига не умеет. Да, а как мне пистолет зарядить? Ой-ой-ой-ой-ой, вы чё? Я, пожалуй, звуки поменьше сделаю. Так, собственно, что мы будем делать? Мы выживать. Да. И, так, мне нужен сундучок. А куда мы пойдём? Боеприпасы у меня есть. Не знаю. Собственно. Давай мы его застрелим. Зачем? Ну не знаю, он такой милый. Милый, да, давай застрелим, конечно. Не, я что-то боюсь. Уходи от него. Готов? Давай, давай. Ой, убегай нафиг! Ну че, все скрыли? Что это было? Я не знаю. Господи, я вспотел весь аж. Смотри, как косты, смотри, они аж... Куда они уходят все? Знаешь, как будто после боя такого. Они что, друг друга бьют? Не знаю, да, походу. Слушай, что за... Чё они прыгают, дебил? Я не знаю, что происходит вообще. Это, наверное, какая-то сатанинская, не знаю, секта. Там. Секта какая-то. Смотри. На старт, внимание. Жик. Они бегут за мной? Не, ты чё, ты же не в них палил. Слушай, а чё тут за кости? Стоп, ну-ка покажи. Боже, откуда они? О, так тут скелет сдох, смотри-ка, из них можно броню делать. Да? Да. Смотри, сейчас я тебе покажу один прикол. Во, черепушка, да, смотри. Давай. Хопа. Те, господи, что... Опа. Ой, блин, чё у тебя с головой не так, бля? Я реально понять могу, у тебя вот член. Не болей. Да. Слушай, собирай кости на правую кнопку. Сейчас, подожди. Из них можно бронь сделать нехилую, так, блин, не знаю, как он сдох, этот скелет. Вообще понятия не имею. Это мутант-скелет, короче. Мутант. Так. В Майнкрафте мутанты появились. Ну это моды. А, ну ладно, пусть. Ты не думай. Так, собственно, мы куда пойдем? О, пошли на ту гору, а? О, я что-то перезаряжаю сейчас. На гору? Да, на гору. Что там будет? Что там на горе? Ты видишь что-то беленькое какое-то? Ну, беленькое. Это что, грибы? Нет, это цветы. Господи, чего такие огромные? Все ты о своих грибах думаешь? Не, нормально все. У тебя ноги двигаются очень быстро как-то, короче, ты типа... Ну, типа, короче, с самого начала у тебя была какая-то тактика, и ты ею придерживался. Вот, давай поднимаемся. Слушай, я сейчас чувствую себя каким-то, знаешь, ну, суперменом. Почему? Ну, типа такой быстро, хой, па-па-па-па-па-па. О, офигеть, тут горы. О, там тоже цветы. А, ой, у меня что-то горы не прорисовываются. У меня это, знаешь, кусок такой отломанный от горы. Ну, смотри, тут настолько высокие горы, что же это... Не, красивая карта, да? Что небо, да. Ох, ты, блин, смотри, это же Альпы какие-то, не знаю. Так, наверное, Альпы. Я бы сюда лучше ходил, чем в школу, короче. Школа вообще ужас. Что в горах вот так считай, сел и там, ну, думаешь о чем-нибудь. О, смотри, халявный булыжник. Где? Ух ты. О, сейчас стоит. Блин, слушай, ты посмотри, как красиво. Блин, да. Смотри на ту гору вообще. Да, вообще красота. Реально красиво. Сейчас стой, а если выстрелить в горах, говорят, что снег будет. Это правда? Как думаешь? Ну то, что лавина. Ну да. Да? А я не знаю. Звуковая волна же. Бум, так. Давай попробуем. Ну, давай. Готов? Ну. Нет, нам напиздели это все, неправда. А, как говорит мой один друг, тудой, пошли тудой, сюдой. Тудой, сюдой? Да, он говорит, тудой, сюдой. Тудой, сюдой. Не-не-не-не-не, ну не тудой, сюдой. Это нам нужно, знаешь, куда? Нам нужно сюдой-тудой, вот так правильнее будет. Ну давай сюдой-тудой. А, подожди. Ой, слушай, а что это?
А, это снег. Это снег, это снег. Похоже, знаешь на что? Ну, вот, я не буду шутить про это. Господи. А куда мы с тобой вообще идем? Вопрос. Не знаю, в закат, в закат. А давай, слушай, давай построим дом в горах. А, ты хочешь жить в Игоре? Не-не-не, в горах, наоборот. Вот прям вот, смотри, вот иди сюда. Сейчас тебе покажу. Мастер шоу от кастрюльки. Представляю вашему вниманию мастер шоу от кастрюльки. Ну, блять, строить-то буду я. Смотри, вот. Вот мы, короче, вот сюда встаем. Ну, как? Встаем. И начинаем вот тут прям делать такой не город, блин, ну, дом. И он будет дом вверх идти. Ну, как бы и не нужно тут площадку равнять. Вот смотри, прям вот так вот. Вот так вот. Ты берешь. Вот так. Вот так вот. Вот так вот. Так вот. Прям делаешь что. О, а может лучше вот с этой горой, типа, вот, там же та же, да, повыше. Да, да. Стой, а блин, я походу булыжник потерял, да лишний. Не понимаешь, нам нужно дерево. Без дерева мы не. Вот там будем. Знаешь как? Где? У нас с тобой есть топор каменный. И он... что? А где ростки? Где все деревья? А, точно, слушай. Стоп. А, вот. Я же не один это вижу. Что? Вон, смотри, к чего. Ой. Это скелет. А, это зомби. Он в золотой броне? Да, пошли-ка его застрелить? Не-не-не, слушай. Ой, золотая броня, где же его броня-то? О, скелетоны лезут к нам. Ой, надо быстрее строиться. О, бегом. Твою ж дивизию. Слушай, нет, давай сюда, наверх, на гору. Ты куда вниз пошел? Я сюда, вот а, я. А, давай, по фасту строимся. Слушай, это, короче, будет миссия. Ну, главное, чтобы монстры не добрались. Офигеть, что это за рассвет кровавый такой? Где кровавый? У меня ничего не... У меня все... Все, пошли на самое возвышение. Да, пошли бегом, чтобы до нас не добрались. Они по горам умеют лазить. Это что такое? Зомби. Может быть, пора вам это, ну, замерзнуть? Подыхать, да? Да. Ай-яй-яй-яй-яй. Все, строим дом, давай. Так, давай. У меня солнышко в темноте, короче, одно. Так. Иди сюда. Давай, что делать мне? Давай, короче, сделаем. У меня есть идейка, я сейчас сделаю себе. Давай сделаем как бы один дом, но с разными комнатами. Понял? Давай. Ну, большой дом, думаю, смысл отделить нет. Ну да, потому что, не знаю. Мы и с тобой вот все-таки. Та-дам, у меня закончился булыжник. Да ладно. Ага. Блин, слушай, ну... И вот так смотри, и вот так совмещаем. Да. И тут будет типа кухня, короче. Ну да. Так. А, вот точно. О, ну что, в принципе, мне кажется, красивый, да? О, смотри, там волчок. Где волчок? Вон. О, давай я его с агрой прибегу к себе. Ну, чтобы немножко фана было. Давай сейчас. Давай. Слушай, там зомби, скелетоны, блин, я боюсь. Не ссы, кто не рискует, тот не... Ой, ты чё? Смать твою! А? Он бежит за мной! Я вижу. Залезай на F сюда, просто залезай на F. А, нет, тут высоко слишком. А, он уже не сагрился. Господи, у него такие глаза. Ты бы видел. Ты вообще видел, какие глаза у него? Желтые. Да и красно-зеленые какие-то, блин. Как будто он кушает. Офигеть, это чё там? Смотри, туда. Офигеть. Да чё? Чё за дракон? Чё за херня? Пошли посмотрим. Не, нажми стрелочку влево, нажми стрелочку влево. А, господи, ты что за... Лошадь, блядь, дракон. Слушай, а там внизу кто-то еще. Какой-то... А, стрелочник с золотой маской. И внизу еще... Волчок. Скожаный. А, слушай, а это я вроде как-то... Таких как-то называют... Я не помню как. Пегас вроде называют таких. Да. Ой-ой, на меня все так грязь. Слушай, а он... О, ну он нападает, мать твою! Убегай! Я думал, он добрый. Стреливаю! Тотальный отстрел, я убил эту брать. А чего с него падает? Хрен знает, я даже смотреть не хочу. Блин, я думал, тут он... еще, тут слышишь, тут оборотни есть еще. Он как... Вообще жесть стрёмный. Он, короче, как зарычит. Ха-ха! Я чуть, короче, блин. Кони не двинул. Да, вот конь меня там чуть сам не двинул.
Все, давай продолжаем что-нибудь делать туда. Давай, давай. Сейчас, а что делать надо? А, стой, дай за. F нажми, да. Все. А что я могу сделать? У меня есть боеприпасики. Блин, а тут. О, жить... зомби к нам лезет, я могу его убить. Сейчас, смотри. Аливидерчи, брат. Он чё он крутится? Да? Ай, промахан. Слушай, у нас нет стекла. Нету стекла? Да. Слушай, а как мне добыть его? Нужен песок. Я хочу, чтобы ты ломал мне песок. А где найти песок в горах? Вопрос. В снежных горах. Горах, кстати, хочу добавить. В снежных горах. Где ты найдешь песок? Это кастрюля, а он разрушит все ваши планы. Ну, нет, ну блин. Ну, нам нужен песок. Может нам подписчикам написать, чтобы они нам песок принесли? А, давай, на почту. Давай на почту. Ребята, принесите... Господи, кто там? О, Эндермен! Или как его там? Где-где-где? Или как его? Эндермен, не помню. Вон, смотри. А, что да, ты... это Эндермен. Сейчас я его выстрелю в него. А, не дамажь же, он не получает урона от патронов, стрел и прочего. Можно даже не стараться. Попадаю. Я хочу просто его сагрить. Я хочу фана и веселья. И чем это закончилось? А, Эндермен! Вот так вот. Вот так вот. Где? Оборотень вниз. О, да, не подходи! Ты чё? А, он сейчас станет... А если я к нему подойду, что будет? Он сейчас человеком станет, во, всё. Давай к нему подойдём. Братан, слушай. Господи. Чё он орёт? You hearing me, stop it! Чё это значит? Чё перевод? Что за перевод? You hearing me, stop it! Слушай, пошли, нам надо... А, братан, криперы! Оу, щит, криперс! Гомункул! Гомункулы, уходите! Реально, пошли! Чё? Блин, слушай, я залезть не могу. Всё. В смысле, залезть не можешь? Ты чё, инвалид? Нам нужно с тобой, короче, найти стекло, а вот во второй серии нашей, ну, вот совместной... Приключениях, да. В Альпах. В Альпах, да, приключения в Альпах, кстати, так и назовем, наверное. Я назову вот так. Этот, нам нужно будет, короче, сейчас стекло найти, или мы найдем стекло во второй серии, как ты думаешь? А, думаю, можно во второй уже... Давай тогда мы сейчас где-нибудь залезем. На да, ключ. Давай в домик залезем, в наш каркас. Да, и там, короче, ой, господи, и там завершим эту серию. А вот вторую уже... О, так посмотри, тут можно прятаться. А, вижу. О, это под будет подвал наш? Ну, подвал... Не, это знаешь, это... Эвакуационный выход. Да-да-да. И будем, короче, тут жить, поживать, до добра наживать. Нет, давай мы здесь будем огурчики солить. Это погреб. Да, погреб, как знаешь, в деревнях. Значит, там грибочки, все такое. А чё? А тут нельзя же, да, что-то, типа, жарить? Можно. Грибочки. Лисички. Можно. Огурчики есть здесь? Огурчики вроде как нет. Плохо, ну ничего, значит, на грибочках будем только кушать. Только грибы будем солить. Да, мухоморы и все там такое. Ну что, давай здесь завершим на этой, ага. Пиф, красивой ноте. Вот. С вами был полковник Кастрюля и мой друг Нейзи. Не надо, патроны какие-то. А, точно. Блин, я забыл. Ну что, ребята, пока-пока. Пока-пока.